Первый турнир по настольному теннису между сотрудниками ОТВ и членами общественной палаты Одинцовского городского округа был посвящен дню рождения телеканала. Среди телевизионщиков немало любителей настольного тенниса. Идею представителей общественной палаты о проведении дружеской встречи с радостью поддержали. Тем более, что среди общественников тоже много любителей спорта. Я люблю спорт, я люблю играть. Ну, не то, что в теннис, а все игры, что касается спорта. Футбол, баскетбол, теннис. В команде общественной палаты присоединились молодогвардейцы. Они только начинают постигать мастерство игры, но уже показывают хорошие результаты. Я начала этим заниматься не так давно, и очень захотела принять участие в данном турнире, потому что я знаю, что наша общественная палата и общественные деятели увлекаются данным видом спорта, и мне захотелось себя попробовать в этом. Участников турнира уже давно объединяют совместные проекты. Телевидение освещает деятельность общественной палаты. От спортивных соревнований до гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Но теперь выяснилось, что у них есть не только общее дело, но и общее хобби. Идея пришла Ривас Ривазовичу, мы ее, безусловно, поддержали. Он предложил в честь дня рождения телеканала провести такой дружеский турнир, узнав о том, что у нас тоже есть настольный теннис в телекомпании, и мы иногда играем. Но, честно, в последнее время мы немножечко забросили это увлечение, и благодаря Ривас Ривазовичу снова возобновили. Последние дни тренировались, безусловно, глаза горят, хочется играть, хочется побеждать. В первом турнире победила дружба. Все участники от игры получили положительные эмоции, и в будущем такие соревнования могут стать доброй традицией. В завершении игры всех участников ждали чай и сладкий стол. Именинники, сотрудники ОТВ, загадали желание и задули свечи на праздничном торте. Мы хотим новую студию и новое оборудование для новых проектов. Елена Кравченко, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».